Андрюшенька! Я представлял себе войну, но я не представлял себе войну. Такую войну. Все ее ждали, но никто не ждал, что вот так, сразу, просто и страшно. Я бежал в этот дом. Это место сбора на случай войны.
было написано в штатном расписании. Но это расписание осталось там же, уже разрушенном доме. Нельзя! Пусти, Игорь! Пусти! Без командира оружие не выходит!